Писатель, дачник и к тому же печник. За плечами Вячеслава Чиркина богатый жизненный опыт и целый кладезь историй. Именно на них основываются его рассказы, повести, загадки и сказки, полюбившиеся не только детям, но и взрослым котлашанам. Я из нашей жизни делаю сказку. Из зайчика, там, из собачки, из птички, и, значит, и просто. Я даже часто называю, значит, не сказки, а сказочный рассказ. Под каждой моей сказкой обязательно есть какая-то земная жизненная основа. 31 октября один из известнейших котласских литераторов отметит свой 80-летний юбилей. В честь этого события руководство Котласской детской библиотеки совместно с учителями изобразительного искусства нашего города решило провести выставку-конкурс рисунков в гостях у Сладкоежки и Дымового, названную в честь персонажей сказок писателя. Ну, это, во-первых, популяризация творчества нашего земляка, нашего котласского писателя Вячеслава Чиркина. Он член Союза писателей России. Его книги в Москве издаются, и у нас в Котласе издавались. Ну и чтобы дети развивали вот свое художественное творчество. Перед началом работы выставки писатель лично встретился с детьми и провел с ними открытый урок в форме игры, в ходе которого рассказал о себе, своем творчестве и истории литературы в нашем городе. Они часто удивляются и спрашивают так наивно, это вы написали? Да, это вы, потому что они привыкли писателя, это что-то мертвое. Вот книжка, и вот писатель. А тут приходит какой-то дед, им там рассказывает, показывает. Вот этот для них очень ценно, остается, ну, очень долго. Это он у нас жил, поросенок свой, собственно. И вот он, то есть, вот, да, и вот я смотрел на его проделки, и вот, пожалуйста, получилась сказка. Выставка рисунков будет работать в Котласской центральной детской библиотеке до 15 ноября. Ознакомиться с работами могут все желающие.